Ваниль. Это многолетнее растение, лиана семейства орхидных. Главная ценность ванили – это плоды в виде стручков, что объясняет название растения. Родиной пряности принято считать Мексику и Центральную Америку, а в настоящее время это ценное растение культивируется во множестве стран. Большая часть производства ванили производится на Мадагаскаре, Индонезии и Китае. Ваниль – одна из самых дорогих пряностей в мировом рынке специй. В основном потому, что данный вид лианы насчитывает множество видов. И не все из них, которые годятся для приготовления пряности, которую мы также называем под названием ваниль. Также имеют значение и дорогостоящий процесс производства ванили. Технология, которая весьма сложная, включает в себя бланширование, ферментацию и долговременную сушку плодов. Дороговизна настоящей ванили спровоцировала создание ее дешевого синтетического заменителя ванилина. Но только настоящий ваниль обладает тонким, сложным, многокомпонентным ароматом благодаря своему уникальному химическому составу. Стручок ванили состоит из белков, углеводов и малого количества жиров. Также химический состав ванили включает сахар, смолы, дубильные вещества, минеральные элементы, кальций, железо, магний и цинк. Но самый ценный компонент специй – это летучее ароматическое вещество – альдегид под названием ванилин. Эфирное масло ванили способно сохранять аромат очень долгое время. Известны случаи, когда ваниль сохраняла свои свойства более 30 лет с момента обработки стручков, а в некоторых сортах вместо ванилина встречается ароматическое вещество гелиотроп. Такие сорта ванили считаются менее ценными. Ваниль широко применяется в ароматерапии. Чем полезна ваниль? Ее аромат расслабляет и тонизирует, снимает нервное напряжение, лечит от бессонницы и нервных расстройств, считается сильнейшим афродизиаком. Ваниль широко применяется в качестве ароматизатора при производстве косметики и парфюмерии. Ну а самое широкое применение – это ароматная пряность нашла в кулинарии. Ее добавляют при выпечке и при приготовлении кондитерских изделий. С помощью стручков ванили ароматизируют сахар, напитки, чай, кофе, ликеры и сиропы.